Всем доброго здоровья, и привет, аппетит, сейчас кушать с вами Юлия Мишка. Всем привет. Ну что, эта игруха под названием... Among Us. Можно уже, конечно, не называть название, но ничего. Итак, битва продолжается, если что, опять же, неизвестно, кто у нас будет враг. Да, ну то есть, когда будет выкидываться, кто, да, а выкидывается, также... Ага, а также... Юля хотела... Я отключала вроде, но что-то, видать, не сработало. Хорошо, ну ладно. Потихоньку начинаем выполнять все и будем следить. У меня сегодня будет непростой челлендж. Я должен буду молчать. О, хитер. Я тихоня. А Юля у нас, по-моему, Грут был, да? Я есть Грут. Слушай, у чего карп стоит? Интересно. Я вот тоже, кстати, заметила, я боюсь. Ну, он может просто окислился, что с ним произошло. Описывался. Описывался, да. Все, надо будет... Ну ладно, надо... Да ёшкин, я вот до сих пор, как сказать, в этой игре... Так, понятно, саботаж пошли. В этот раз я не оплошаюсь, я отвечаю. Я нажму. Я бегу. Я зажму. Я, если что, в эту... в правую встал. Вправо, а я в левую пойду. Давай. Ожидаю второго человека. Сейчас все. Все. Так. Коп. О, прикольно, кстати, скинчики, ребят. Ё-моё. Да вообще, я согласна. Ништячно все выглядит. Я пока ошиваюсь. Ага, все здесь, все здесь. Тут все один кроме меня. Плюс два сразу же с собой. Так. Вот видно, что. МКАД, кстати, точно не убийца. Я есть Грут. Юль, ты с кем там разговариваешь? Просто. Так, я вычитаю МКАДа, потому что у него добавилось. А ты что делаешь? Кто-то ко мне идет, кто-то ко мне идет. Кто к тебе шел? Ты о чем? Ты стояла одна? Или какой-то пинг? Кто-то ко мне подошел. Это я был. А, это ты? Ты что, издеваешься? Я же не видела тебя, я задание. Так, я молчу, я не могу ничего писать. Маму, я уютно. Я есть. Все. Так, так. Ну, естественно. Где? Кто? Блин, как хочется, что... Но я не видел никого. А кого реально убили? Это двоих? В нижней части. Или один вышел? Не, никто не выходил. Был бы звук. Двух убили. Фига себе, убийцы. Так, где нашли? Ну, короче, это скип, походу. Но меня там не было. Инфы мало. Я посмотрю, как вы, ребят, варитесь в своем соку. А что ты взял? Что не МКАД? Карп, это да, мир. Не МКАД мир. А, МКАД. Потому что я видел, как он задание выполнил, и шкала пополнилась. Блин, к сожалению, я не могу писать. По-любому, карп это мир. Кто это? Потому что я есть Грут. Я есть Грут, Юль. Ё-моё. Блин, мы будем усложнять игру, мы по-своему играем, ну, пофигу. Так, по-любому, карп это Мишка. Не факт. Да, но это не факт, вот реально чувак пишет. Так, ладно, ждем. Осталось два голосования. Факт. Я бы даже сказала, что это далеко от правды. Мы сегодня Максу оставили всю сцену, пусть он тут отыгрывается. Так, слишком... Ну, Юль, ну, вначале... осталось тебе только дать. Так я скипнула. Ну, я имею в виду свой ответ. А, я... Ну, эх, все, ладно, нет. Все, скип. Слушай, походу мы сдохнем таким темпом, таким, таким усложнением, с, такими с двумя, да? Такими додиками, как... А как пройти наверх-то, ё-моё, как тут пройти? Обойти, да? Пройти. Слушай, а вдруг ты... Где я? Ё-моё, я так, запуталась. Слушай. Так, все, не подходи ко мне. Тут лава, а в лаве можно утонуть? Ну, да, типа, ну сдохнуть, нет, нет, конечно. Вот это, кстати, фиговый саботаж, я тебе могу сказать. Когда свет вырубают. Согласна, потому что в этот момент можно так, вот... убить, как это сказать, беспалевно. Так, так, нашли кого-то, кто-то за камерой стоял. У меня все время сердечко, почему-то вот когда труп находят, у меня такое ощущение, что как тебя будто в чем-то меня, ругают. Типа, так, нет, что конь, меня вальнули. Стой, возле дерева. Возле дерева, так я есть Грут. Блин. Следим за событиями. Я даже... Где дерево? Где дерево? Ну, я есть Грут. 02. Вызываем. Как вот ребят, конечно, запоминают это все. Грут, Грут, ты должен знать. Я есть Грут. Все. Грут, ты должен знать, где дерево. Юля, это уже утверждение, да, такое грубое. Да, то есть я знаю, это я на знаю. На повышенных тонах уже. Жаль, что я... Нет, вот если я капслоком начну мешать. А, писать, ну вот это еще такое, да. Ну я понял, это... все, хорошо. Легонькая версия. Предположение, так. Похоже, что-то началось. Короче, мы походу здесь все умрем, ребят. Так.
мы поняли, что... Либо желтый. Мы поняли, у тебя есть какое-нибудь предположение? У меня либо нет. Либо тихоня, нет, не тихоня, нет, только не подумайте. Юль, вы ничего не можете с этим либо, сделать. Либо желтый, либо тихоня. Хорошо, что на Грута никто не думает, потому что Грут есть Грут. А прикинь, ты убийца. А, ну я скипаю. Я за тихоню. Слушай, это красный. Ой, это желтый. Желтый? Да, давай за желтым. Как осознать, кто рядом... Ага. Блин. Ну, на самом деле, вот в этой катке почему-то мне действительно сложно. Тебя выкинули? Чуть не выкинули. Прикинь. Мы не смогли принять. Кто против тебя проголосовал, скажи? Синий точно был. Еще желтый, кто-то. Наверное, наверное, да? Желтый, да. Да и блин. Слушай, возможно. Слушай, я буду бегать. Кто на меня голосовал? Я с ними буду бегать. Я рядом с желтым бегаю. И синим, они вдвоем тут. Сейчас проверим. Так, синий коп точно. Желтый не... пошел, точно типа не устранить саботаж. Точно да не пройти-то? Синий. Ё-моё, как сюда ворваться в эту комнату? Слушай, ну саботаж-то могут. Я угораю над тем, что люди могут подумать, что я убийца просто потому, что я выполняю какие-то хаотичные движения. Ну, по нам сложно что-либо судить. Да. Я могу сказать, сейчас меня кинут, блин, ну и... Миш, ну как-то... Вот я с копом стою. Так, что такое? Если, короче, тебя убьют... Так, а что здесь нужно? А, вернитесь, перезагрузка. Требуется перезагрузка. А что здесь? Какая перезагрузка? Пожалуйста, вернитесь через... Ага, то есть через какое-то время. А, это задание с этими, как будто с колбочками. Роутером каким-то. Вот я буду... А-а-а. Ну все, Макс, вот давай, попробуй только скинь меня. Да сто... Он точно не убийца. Давайте вместе. Вот давай, опрувни меня, да, то что я не этот, царь. Ну как я тебя пожалуйста смогу опрувнуть? А может мы втроем? Если я есть мы грудь втроем, потому что он будет думать, что я убийца. Сейчас, погодите. Вот смотри, я нормальный, давай, Макс. Не вздумай, только не вздумай. Я вместе с... Он подумает, что я его захочу убить, но я не хочу его убить. Я хочу доказать, что я не убийца. Как тут, что надо сделать-то, ё-моё? Я это задание буду бесконечно проходить. Так, вы зажмете там саботаж? Все, вроде. Я со всеми бегаю. Короче, я выполнила все задания. Хорошо. Кстати, мы почти выиграли. Мы вот вчетвером бегаем специально. Все, я бегу с вами. Нас хорошо пятеро. Я, конечно, могу... Синего не хватает. Желтый нет, кстати, куда-то пошел. Так, желтый, ну-ка стоять. Камеры. Я камеры смотрю. Ну, кстати, по камерам вообще никого нету. Синий такой, прикинь, убийца такой, типа, где все? Блин, ну МКАД смотрит. Чёрный куда-то ушел карп. И блин, этот и куда на камерах одеваться? Стоит МКАД. У меня задание внизу. Давай Ну, будем стоять тут втроем. Вот они все странно встали. Странно, что на камерах вообще непонятно, никого, никого нет не видно. Опа, нашли синего труп убили, значит... Значит, коп точно был не виноват. Черный. Точно не это МКАД. Черный. 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 Или конь. Коня не было видно. Офис, где очищают. Это, блин, это конь и этот. Я есть Грут, но это... Слушай, нарушаем, нарушаем. Блин, ну а как же это такое? А вот как? И спокойно выполнить задание. Это Оранж, наверное. Я тебе говорю, они сейчас между собой по это... Я предлагаю голосовать за либо коня, либо за черного. За кого будем? Так, за коня. Слушай, видишь, они начинают друг на друга. За коня голосуешь? Да. Давай. Оранж это точно не оранж, потому что да он черный точно пытается на него свалить. Да, 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 это черный. Но он это же черный прекрасно видел, что. Он с нами. Это черный. Ну, короче, это черный и конь. Да, я да так думаю. Потому я что Анчик коня с нами бегал. Блин, надо было против черного еще проголосовать, а я против коня проголосовать. Нам надо наоборот на коня, чтобы на него больше всего было. Видишь? Блин, вот у нас скип. А кто скип еще? Конь кидал. Черный скип против МКАДа проголосовал. Короче, мы не смогли. Да как это? Ну мы же... Ну у нас 2-2. Слушай, ну это потно, это весело. Ну, мне короче нравится. Короче, это черный. Давай сделаем этот, может быть. Стой, там этот, Миш, надо устранить что-то. Ладно, бежим. Как здесь пройти? Как выйти-то? Да верхом можно. Я боюсь, что меня сейчас вальнут, пока я бегу. Блин, перед нами дверь закрыли. Что тут надо? Как, а как войти-то? Ну, как надо сюда войти?
И открыл. Ага, все. Блин. Я здесь. Тихо. Тихо. А вы что не устраняетесь? Да стоим, устраняем. Вот это черт, я. Миша, это черный! Это черный конь! Ну вот точно! Тебя вальнули, да? Они просто нас зарезали! Они просто взяли, подошли и зарезали всех. Чего же вы против коня? Ну, слушай, мы правильно угадали, но они просто на таран пришли и зарезали нас. Псы. Вот, вот уроды. Вот псы. Ладно. Это, а вместе их объединить будет плотва. Окей. За полезное трудно быть деревом. Да уж, все, возвращаемся. Мою Юлю стартуй. Так, в этот все, раз... стартуем, все успели там сменить скинчики, мне кажется, надеюсь. Да, мне кажется, да. Я буду, короче, теперь гнать на всех. Да. Я молчал, во мне скопилось столько зла и столько желчи. Вони! А я ей Ай, блин, я уже хотел в чат лезть, уже писать, а какой чат, о чем речь? Так, ладно, надо ко всем крайне аккуратно относиться, но тем не менее... Карта, кстати, какая ваша самая любимая карта? Ну вот это одна из все-таки. Мне эта карта нравится, я да, считаю. Я согласен. Мне она нравится, как визуально. Она меня, тем более, блин. Сыкотно что там тебе? Да, мне было сыкотно. Ну ладно. Здравствуйте, это ты? Блин, да чертово задание. Мемов виделся, ты. Блин, не подходите ко мне, не подходите, черти, не подходите. Как выполнить? Блин, ладно, так. Миш, так, ты жив? Да, да, да. Кто это? Я не понял, кто это? Кто это? Кто? Кто? Слушай, а у чувака ника нет. Где? Миш, твое, я понял, имя. Так, а кто где нашел, так? Ну, оно снизу. Я даже не знаю. Снизу справа. Вот этот человек такой же, как и я. Не знаю, где называется. На полу. Но оно... Кто это сделал? Мне кажется, гонитель — это Мишка. Всю страну поломали. Я есть. Своими трупами, а? Струну. Струну. Гонитель, ты кто по жизни? Гонитель — это Мишка Юм в одном лице. Да, да, да. Это я. Короче, гнитель. Ну так что? Да скип, чё тут? Я даже не знаю, просто на кого гнать даже. И не буду. Так. Во мне нет сил гнать. Молчать мне больше нравится. Я пишу грутоскип. Дрожали ру. Грутоскип. Скип. Граждане. Кто еще? Желтый. Желтый, давай. Желтый, желтый, это ты убийца. Да, ты не голосуешь, да, да. Ты не скипаешь. Желтый. Это желтый. Миш, я за тебя отрабатываю. Ё-моё. Меня, понимаешь, меня с прошлого раза убили все эмоции во мне. Агент, где мой ник? Это магия. Ну все, короче, это желтый. Все, я выбрала себе цель, и я буду преследовать. Как хорошо, уже не работает. Блин, ну сразу темно уже. Ну уже что все же поломали. Вы творите-то, черти? Уже все сломали. Черти. Так, не сюда зашел. Надо... Ух, я уже антенны-то... Эй! Застрял в стене, блин. Блин, это фиолетовый! Нет! Аф! Да ё-моё, а чё вас так много стояло? Или вас там целая куча была? Я такая захожу, а там фиолетовый. И он такой стоит и типа... А ты чё, там сейчас спалила бы убийцу? Надо это аккуратнее. Смотрит на меня. Ну нет, я в том смысле, что подозрительный какой-то. Я чё, гуляю? Вот именно. Задание давай выполняй. Вы должны победить. Да, а вдруг? Ну ладно. Желтый. Вот я отвечаю, это желтый, короче. Не зря его ник убрали. Да может, это в этом-то и глюк, слушай. В каком-то смысле. Чё я где хожу? Да чё я где хожу? Задание? Чё я делаю? Почему я выпал из этой игры? Я не понимаю. Нужно включить... А, это... Уже вот... МКАДа вальнули. Нет! Бро, держись на том свете. Куда... За кого будем? Мне я кажется... Есть.
Он шел и просто умер. Рип. Но это... В лаборатории. Желтый. Безымянный, походу. Но это желтый. Помянем. Убийство желтого. Убийство желтого. Нам нужно... Скидыванием желтого. Скинем его. Я есть Грут или это гонитель? Это офигело. А чё-то ты больно, как это сказать, резвый. Ты как это, моё внимание отвлёк? А... Вот что я тебе думаю. Грут, пень гнилой. Я есть Грут. За желтого. За желтого. Так за кого? Может быть, еще Грут это Юля. Слушай, ну вторая катку... А, нет, видишь, они не могут. Гонитель — это 100% Мишка. Ну, даже ничего страшного, что вы нас рассекретили. Он будет изгнан из нашей стаи. Так и за кого? Я не знаю, я за желтого голосовал. Гурт. Гурт. Гурт Гобейн. Ну чё, я проголосовал уже. Остался только желтый и ты. Ну все, я проголосовал. Ну желтый, естественно, сам за себя не будет голосовать. А как? Я, кстати, нажала. Нажала или нет? Да. Походу, кого-то сейчас скинут. Так, стой, чё там? Ох, все, желтый улетел. За желтого говорит только... гонитель. Блин, а тут жалко же поставить. Неизвестно. Да. Просто был скинут. Кто-то. Изгнан, был изгнан. Безымянный преданный. Короче, гонитель, следующий ты. Да ты офигела. Да блин, потому что... Да вы заколебали, вы меня... Как вот с этой сделать? Как выполнить это задание? Ура, я выполнил эту карту. Ты видела, пополнилась, кстати, когда я выполнил. Нет, я не видела, Миш, ну выполни мне это задание. Я уже выполнил. Я не могу. Все, мне главное здесь не обосраться. Да ё-моё! Причем оно... Ну, чуваки, выполните, устраните саботаж. А вот слушай, стояли, никто не нажимал из этих. Так, еще раз запомнить. Возможно, это белый. С слышишь? Какой... Ага, слышу. С какой скоростью надо проводить карточкой? Полтора. Тебе что-то это даст? Рядом со мной зеленый ходит. Вот странно по поводу белого. Да блин, ну как? Мне как раз там задание надо выполнить. Блин, пожалуйста. Да ну, жопу это задание. Слушай. Я не могу это сделать. Сейчас что на меня подумает. Черного убили, Миша. Нет, ты... стоп. Тебя убили. Да. Я не такой, могу. Нет, стоп. Вот зараза. Ё-моё. Стой. Ага, сейчас посмотрим, чем все закончится. Я все. Есть. Грут. Читай внимательно чат. Вот это белый. Ага. Так. Ё-моё, реально. Вот это подстав. Нет, сейчас они между собой будут. Это белый. Ну странно, покерфейс. Юля норм. Ну блин, Юля, потому что и есть Грут. Есть пень. Грув норм. Ой, тьфу. Грувчик. Гуф норм, гуф норм. Слушай, а что если гуфом назваться? Я смогу дожить до конца. Мне кажется, вряд ли. Вопрос. Почему он на меня гонит? Ага, к черному и ко мне зашел. Я не стоял там. Блин, либо это покер фейс. Я бы вам сказал. Короче, это белый. Я голосую против белого. За народ. Но либо это, короче, еще... Я тебе потом скажу. Ага. Так что голосуй. Так я уже проголосовала. Так, а кто еще остался? О, все, выкинули. Он же главный из репортер. Покер. Он, короче, портил. Еле сказал. Так. Ну что? И... Победа! Вот так вот! Вот так победа! Вот! Не зря я на желтого гнал. Ясно? Значит, реально это был, короче, желтый и белый. Короче, белый зашел просто. И я вольнулся, так, я тебе, да, сказал, это он. Я за ним пошел просто проследить. Он взял меня и кокнул. Он прикокнул при покерфейсе. Ник... А покерфейс его спал. А у покерфейса покерфейс. Отлично. Let's go. Так, как гуф выглядит? Наверное, черный. Как человек.
Не, губ не черный, видишь, он белый. Ну тогда. Я, конечно, понимаю, что ты далек от рэп-культуры, от рэп-тусовки, но все. Да уж. Ну я буду вот гуф, я не знаю как. Богатый человек, мне кажется, выглядит именно таким образом. А, ну да, именно. Ну чё, продолжение. Я теперь гуф и постараюсь дожить до конца. Так, настройки все те же стартуют. Да, стартую все здесь. Так. С нами здесь Грут, Гуф, Скорон, Кул. Никита, Стас, Гена. Идюша, Метелкин. Турбо, Идюша, Метелкин. Все, поехали. Рыбачок спет, пора сражаться. Я есть Грут, ё-моё. Я есть Гуф. Ладно. Фига, там у чувака какой-то ник такой Ленин. Классный. Ленин, с нами Ленин. Короче, МКАД, норм. Так, а ну вы чё стоите здесь? МКАД? Вот кто стоит, тот, скорее всего... Блин, я боюсь. Подозрительный типон. У меня задание, но я боюсь. Блин, я застрял. Я застрял. Синий за мной, синий. Какой синий? Прям синий. Светло-синий, темно-синий. А, это фиолетовый. Ты что, прикалываешься, что ли? Так, ладно. Фух. Жесть. Ну, нынче жить сложно, особенно если ты дерево. Да уж. Это какого? Ожившее дерево. Да, я есть Грут. А я есть Гуф. Как мы вместе, сила. Супер задание. Я как в этом, в мемчике про Among Us. А какой там? Ну, где чувак там, типа, все выполняет. Ну, видос мы с тобой видали. Ну, где, типа, супер задание выполняет, потом ему даже этот надо, брауни приготовить. А, ну, это слишком сложно, я тебе могу сказать. Я, если не забуду, вставлю, а если не вставлю, то не вставлю. Так, ладно. Если не вставлю... О, труп! Труп! Еще один! Желтый труп, но я не успела его отметить. Два трупа? Угу. Да, блин, я не успела. А где это было? Йоу. А что? Желтый. Йоу. Внизу. Да, а почему не пишется-то? Я не могу... Йоу. Кто убил кого? Я есть Грут. Я есть Гуф. Такие не палимся вообще просто, кто есть кто. Так. Кого видели-то, товарищи? О, комрады. Товарищи, видишь, смотри, как молодец. Вот подбирайте это, как его, характеры, подбирайте себе. Да. Так, распространите и накажите. Гуф так. С ними. Накажите этих лентяев. Я есть Грут, товарищи. Желтый был внизу. Тогда пропускаем, товарищи. Слушай, ну мне нравится, что появляется характер. Я так и не успела отметить. Но я не знаю. Желтый труп был внизу карты, ё-моё. Я бы даже никому... Кто в начале сам стоял? Ну это, короче, не МКАД. Грут. Ну, хотя МКАД, он такой прошаренный. Ты умеешь говорить. Я есть Грут. Ты взял... Вроде выбегал в фиолетовый, но я не уверен. Но покерфейс, тебе нельзя, возможно, верить. Йоу, голосование. Скип. Мэны. Да, кстати, фиолетовый и черный молчат. Тихушники, реально. Точно. Кто молчит, на. У того голова. Трава. Голова из лавы на траве торчит. Грудь. Во, видала как? У меня круче. Видал? На дворе трава, на траве грудь. Ой, скипнуть надо, ну ладно. Пень всех заморозил.
Да, но он... Зеленый против фиолетового проголосовал. Ну, я предлагал... Че у меня сегодня с языком? Фиолетово надо потом это скипать отсюда, раз на него есть какие-то эти... Так, что у нас там? Как там это была передача-то, ё-моё? Я так и не дошла до задания, в самом деле. Шла-шла и не дошла. Не дожила. Так, МКАД, а ты что тут делаешь? Заданий, на самом деле, не так много осталось. А есть какое-нибудь задание с рулем этим? Ну, типа... С рулем? Ну, у корабля этот... Штурвал. Есть какое-нибудь такое задание интересное? Слушай, ну, мне кажется, вряд ли. Блин, ко мне кто-то идет. А что надо здесь выполнить-то? Ну, там со связью, по-моему, да, что-то? А что надо сделать-то? Да уже все починили, не переживай. Конечно. А, ладно. Так это я стояла и чинила. Ну, я, получается, починила? Ну, получается, да. Ну, я так и не поняла, что я сделала. Главное, что ты справилась. Все остальное не суть. Все остальное не важно. Вот у меня, кстати, Данон подозрительная история. Так. Я везде пройду, пролезу. А куда я иду вообще? Такс, началось. Меня заперло. Откройте дверь. Блин, действительно. Все в порядке? Стоп. Ага, кактус сканится. Черный этот, true. Черный мир, он сканился. И это не потому, что он растение. Как бы. Так, ну нашли. Вот. Кто помер? МКАД. Черный мир. Я видел, как он сканил. Какого фига на зеленого... Ой, точнее, на меня гонит. Зеленый как раз. Зеленый, а какой зеленый? Темно-зеленый, на которого голосовали уже. Да, Гуф, он заходил на вышку. Гуф от трупа шел. Там не было трупа. Понятно. Нас было трое там. Кто? Я не помню, но кто-то был. Последние слова. Гуф мертв. Москва похорошела. Гуф и покерфейс. Ну, короче, блин, Миш, ну если ты предал меня, Гуф не может. Москва похорошела этого, что-то там про Собянина. Да, хавна бургер. Товарищ Гуф приговорен к сбросу в лаву. У меня подлагануло. Короче, это зеленый. Мы с кактусом мир. Без суда и следствия. Гуф вызывает. Ленин мертв. Вот. Как и Лени. Гуф. Гуф вызывает Ленин. Блэк Стар. А я не буду голосовать. Дольше поживу. Я скипнула, я не знаю. А я... Ну точно не кактус. Вот, это все, что я... Блин, все против тебя. Ну, на самом деле, я как обычно, мне нельзя быть убийцей. А так ты убийца был? Да. Зачем ты спалился-то сейчас? Ну, тебе я палюсь, мне пофигу уже. Я Гуф. У меня меньше догадок, как бы. Ну так и что? Зато, как сказать, более... Сейчас потому так, что, кто смотри... вот на тебя, возможно, не гнал... Я ты... просто... Я не могу, честное слово. Блин. Этим убийце что-то либо делать. Ну, убийце сложно, тут надо быть... Блин, я своему вход перекрыл. Ай, просто не могу. Блин, а как мне карту посмотреть? Где у меня мышка? А вот, все нашла. Так, а ну-ка, ушли все от меня. Теперь никому верить нельзя. Мишка был предателем. Мое сердце деревянное разбито. Деревяшкин. Так. Я есть грудь. О, я рядом с деревом. Как сказать, прикрепляйся там, Юль. Так. Что это за задание? Все, вроде иду тянет. Кактус вроде нормальный был, да? Да, все. Все, кактус норм. Все. Победа! Я выполнила последнее задание. Я есть грудь! Игра!
я не хочу больше убийцей быть, честное слово. Я терпеть не могу, когда я убийца. Я вечно делаю хрень какую-то. Тупую хрень. Ладно. Миш, ты тупой убийца, тупой убийца, да. Я просто, я вот... Все. Если, Миш, если бы реально ты был убийцей, ты бы, вот если бы так можно было, ты бы сам себя убил, напоролся бы на чем-то. Лучше на бы так и случилось. Ладно, короче, ребят, хотите еще, ставьте лайкос, и мы продолжим. Всем хорошего настроения, всем пока. Я есть Грут. Я есть Грут. Что за мной повторяешь? Даже я Гуф. Не мог. Своего ничего придумать не можешь.